это да. Можно не спеша все рассмотреть. Всем привет, друзья! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван. И сегодня я вам покажу древнюю ловушку Двемеров. Невероятная локация, невероятная! Вы здесь должны, вы обязаны здесь побывать. Обязательно придите. Находится она далеко-далеко в горах. Вот у нас Виндхельм, и вот, вы только посмотрите. Вы только посмотрите, где она. Так что ее еще нужно найти. Вау. Мое первое ощущение, это был просто... Воу! Я такого не ожидал. Сейчас вам все покажу. Стрёмненько. Вау. Стрёмненько. Мы заходим и появляемся вот в такой вот локации. Темно. Ничего не понятно. Прохода дальше нет. Вроде какие-то трупики. И вдруг загорается какой-то огонек. Какое-то сияние. Как будто там что-то древнее. Что-то невероятное. Что-то страшное. Прям хочется дотронуться. Вау. Странная сфера. Странная. Ну ладно, давайте дотронемся. Но как только мы до нее, сразу срабатывает ловушка. И мы оказываемся в какой-то, блин, клетке. О, блин, ребята, выпустите меня. Что-то непонятное, что-то светится, что-то ждем. Опять какой-то странный звук, надеюсь. И ребята... Ага, огонек вернулся и... Дай-то я возьму. Ха, тут у нас какой-то трупик. И что? Исчез. Тишина. Ага, откройте. Воу! И мы начинаем просто падать. Ну, если вы неправильно упали, то вы разбиваетесь и умираете еще долго. Долго летите вниз. Попытка номер... Два. Так. Попробуем сейчас не умереть. Ну, потемнело. Я уже готов. Темно и страшно. Ну. Вау. Это просто какая-то бездна, друзья. Невероятная бездна. Мы как будто в какой-то космос улетаем. И появляемся в вот такой вот локации, где с нами уже плавает вот эта вот милаха. Приветик. Вау, где ты исчез? Не захотел со мной плавать, да? Какой он мерзкий. Так, почесался такой. Думает, ты кто такой? Ты кто такой, что ты хочешь, а? Я хоть тебя не вижу. Он, видимо, тоже упал. Фантастической локации, друзья, мы оказываемся. Фантастической, но и невероятно сложной. Теперь отсюда нужно выбраться, ребят. Так что, если вы тут не были, обязательно зайдите. Обязательно пройдите. Я не хочу вам спойлерить. Если просто кто-то не был, то... Вау. Ну, знаете, давайте кое-что еще сейчас попробуем. Ребят, ну, как вы видите, я просто-напросто сделал код. Код, который... позволяет нам проходить через текстуры. Мне всегда было интересно посмотреть в это странное место. В это что-то непонятное. Что-то загадочное. О, Господи. Куда оно мне приведет? Осмотреться здесь. Вау. Это что-то невообразимое. Что-то космическое. Что-то вообще... Вот это да. Можно не спеша все рассмотреть.
А вдруг тут есть какая-то пещера? Вдруг тут есть еще какой-то секрет, который спрятан? Спрятан от нас. Ага, и вот мы выбираемся. Вот мы наконец-то выбираемся. Обалдеть, друзья. Просто обалдеть. Ну ладненько. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и вы еще увидите очень, очень много всего невероятного. Спасибо, друзья. Спасибо.